Всем здорово, народ, с вами снова Смолдер, я немного приболел, поэтому прошу простить меня за голос. Постараюсь максимально качественно нарезать звук так, чтобы вы этого не почувствовали, но кто его знает, что получится в итоге. Сегодня у нас на повестке дня такая винтовочка, как G36 или G36, или как мне только не промывали мозги по поводу того, как это произносится, но не суть важно, винтовка немецкая и довольно, на мой взгляд, интересная. Сама по себе винтовка была разработана примерно в середине 90-х годов в рамке программы перевооружения армии ФРГ под общий патрон 5.56 НАТО. Сама по себе винтовка на испытаниях себя показала крайне хорошо, и кроме этого, в случае как из Штайра УК, эта винтовка может магическим образом трансформироваться в легкий пулемет посредством замены ствола и некоторых компонентов. В Ring of Elysium эта винтовка является новичком, при этом можно даже сказать, что своего рода G36 это не некая темная лошадка, про которую мало что известно и которая может показывать себя по-разному в разных ситуациях. На самом деле ощущения от стрельбы с этой винтовки довольно двоякие, потому что она обладает очень большим горизонтальным разбросом, который довольно сложно контролировать, и далеко не во всех ситуациях у вас получается зажать хотя бы несколько патронов плюс-минус в одну цель. Зачастую бывает такое, что в тех ситуациях, когда М-ка вас бы вообще ни разу не подвела, G36 вас подводит, причем довольно неслабо. И из-за этого, например, даже опытные игроки эту винтовку частенько избегают стороной. Однако у нее есть свои достоинства, которые также нельзя спускать со счетов, и из-за некоторых из них, я думаю, даже стоит учиться стрелять с этой винтовки. Ну, допустим, первое достоинство — это довольно высокая скорость полета пули. Я не могу сказать точно, потому что точной информации, к сожалению, по ТТХ этой винтовки у меня до сих пор нету, но по ощущениям скорость полета пули у этой винтовки намного выше, чем у М-ки, и плюс-минус на уровне, наверное, того же АУГа, а может быть даже и выше. Кроме этого, также создается впечатление, что у этой винтовки немножко выше скорострельность, а также, возможно, немного выше урон, чем у М-ки. И если брать М-ку за некий такой стандарт, такой золотая середина вообще вооружения в Роя, то G-шка имеет, наверное, больше плюсов, чем недостатков по сравнению с М-кой. Однако, один ее единственный недостаток, а именно горизонтальный разброс, который очень сложно контролировать, как я уже сказал, является, наверное, решающим фактором по поводу того, почему это оружие используется довольно редко. Дело в том, что разброс у винтовки довольно большой, и отконтролировать его довольно сложно. Помимо того, что у вас есть горизонтальный разброс, также присутствует, разумеется, и вертикальный. То есть, если, например, вы берете М-ку и буквально движениями пальцев можете отконтролировать это оружие таким образом, чтобы попасть там кому-нибудь в голову на дистанцию около 100 метров, то с этой винтовкой все обстоит несколько иначе. Здесь, как правило, либо у вас пройдет, либо он не идет. Если он не идет, то, скорее всего, вы погибнете. Просто из-за того, что противник, если он будет с более-менее адекватным оружием по сравнению с вашим, вас просто перестреляет. Кроме этого, это является на самом деле довольно неприятным моментом. То, что несмотря на то, что у этого оружия ярко выраженный недостаток, так же, как и ярко выраженные плюсы, на фоне остальных винтовок, к которым уже все привыкли и большая часть из которых на самом деле стреляет в точку, эта винтовка выглядит примерно так, как выглядело бы какое-нибудь оружие, пришедшее к нам вообще из другой игры посредством Ctrl-C, Ctrl-V. То есть на данный момент лично у меня складывается ощущение того, что эта винтовка, возможно, не только своеобразная попытка разнообразить, да, геймплей и добавить какое-то новое оружие, но и, возможно, это тестирование возможной будущей стрельбы, которая, я надеюсь, все-таки когда-нибудь в этой игре поменяется. Почему я на это надеюсь? Ну, просто потому, что когда ты настреливаешь больше 1000 часов в этой игре, ты уже начинаешь понимать, что по факту именно стрельба здесь неинтересная. Да, интересно противодействие с соперниками, да, тебе интереснее, кто из вас кого перестреляет, но вот именно к самой стрельбе ты не вынужден ни привыкать, ничего-либо с ней делать, из-за этого она выглядит немного пресной, что ли, и не заставляет тебя именно учиться стрелять по факту. Поэтому лично я надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки будут еще какие-то подобные стволы, возможно, именно с подобными
подобными характеристиками интересными, уникальными, как это сделано было сейчас, либо все-таки стрельба будет немного переделана в пользу того, чтобы стрелять было интересно. По поводу же того, какие модули лучше на это оружие ставить, я думаю, что всем очевидно, что это компенсатор, угловая рукоять, в некоторых ситуациях подойдет и вертикальная. Также, естественно, это приклад и магазин с каким-нибудь прицелом. По поводу ситуаций, в которых подходит вам именно вертикальная рукоять, здесь дело в том, что так как у G36 довольно высокая скорость полета пули, у нее есть одно преимущество по сравнению с остальными винтовками. Она очень удобная для того, чтобы с нее вести одиночный огонь. То есть, на самом деле, настолько удобная, что невозможно просто игнорировать это преимущество по сравнению с остальными винтовками. И да, для одиночного огня лучше всего подойдет именно вертикальная рукоять, которая позволит вам возвращать ваш прицел немножечко быстрее на цель после того, как вы сделали выстрел. Но если вы используете эту винтовку для старого доброго зажима, то здесь, естественно, это угол. По поводу же того, как эту винтовку лучше всего применять непосредственно в бою, то здесь, на самом деле, какого-то однозначного ответа я вам сказать не могу. По факту, это аналог того же АК-15 или М4А1, однако аналог со своими приколюхами и со своими некоторыми особенностями. То есть, в некоторых ситуациях, допустим, при перестрелке на там 100 метров или 150 метров, эта винтовка вообще не будет попадать ни во что абсолютно, просто покрывая пулями зелень рядом с противником. Однако в некоторых, опять же, ситуациях вы сможете зажать в какой-нибудь маленький объект на довольно большой дистанции и за счет высокой скорости полета пули попасть абсолютно все. То же самое, собственно, касается одиночных патронов, да, вы точно так же сможете пострелять довольно эффективно на по дальним целям с одиночными патронами. Однако, рекомендовать ее для использования в ближнем, например, бою каком-то или среднем бою я пока не могу, просто по той простой причине, что эта винтовка, как я и говорил ранее, одна из тех, к которым нужно привыкать. И из-за этого очень многие будут от нее отказываться, и, на мой взгляд, на самом деле очень даже зря. Ну а на этом у меня, наверное, на сегодня все. С вами, как всегда, был Смолдер. Если вам понравился этот ролик и вы урвали для себя кусок полезной информации, пожалуйста, оцените его и подпишитесь на мой канал. Всем вам удобного места в вертолете и до скорых встреч!